направление изменяет и попутно Адыгею освежает. Здесь встречают, да и с миром провожают, и по взгляду одному все понимаю. Если в гости в Адыгею ты приехал, попроси, чтобы свозили в Лаганаки. Там увидишь, что тебе нигде не снилось. Там поймешь, как велика душа Адыга. Будет завтра в ряд. В ряд. Солдат устал. Он не сдать его.
Да шикарно все было, все хорошо было. Точно? Да. Ура, мы вернулись. Она может не жрать. Картошка фри очень вкусная. Сказать что-то? Впечатление. Ваше впечатление. Поделитесь вашими впечатлениями. Пока, да, никаких впечатлений. Ноги гудят. Сейчас заплачет. Не знаю, пока. А пиво разве не может быть? Ну, жизнь налаживается, наконец-таки. Камеру уберите. Что это такое? Уберите камеру. Корреспондент. Ваше мнение о походе? Лайтсовенький маршрут. Экстра лайт. Надо что-то посерьезнее. А, да? Да. Ну, это на следующий год, да? Шестерочка в Непал. Я думаю, завтра... Предлагаю завтра вернуться. Откуда слова у вас там? Да. Да, вот как раз чем вас обращают. Ваше мнение о походе? У нас хороший поход. Да? Плохой. Да. А чем дядечек угощают? Вот Ползанчик. Ничего себе походик. Ваше мнение о походе? Все было круто, мы сделали это! Еще это не сделали. Дагомыс! Что там, 20 минут? 500 рублей, 20 минут. А ведь раньше мне. Ваше мнение о походе? Пока что хорошо. Тимур сам. Пока что хорошо. Пока что хорошо? Да. Мы ничем вас не... Хуже уже не будет. Не расстроили? Ничем? Все хорошо было? Нет. Ну все, вы героический мужчина. Молодцы. Паузе стать ты можешь через километр. Километр проходишь, понимаешь, нет, два проходишь, нет, три
полная готовность. Путь! Еще раз! Еще разок! Сейчас, погодите, это не то было, не то. Гагамыс!